Ученики 139-й гимназии 54-го лицея готовятся к первому матчу второго этапа фестиваля на Кубок массового хоккея. Последние наставления тренеров, и игроки покидают раздевалку. Перед началом игры торжественное открытие новой хоккейной коробки, появление которой стало возможным благодаря совместным усилиям компании «Газпромнефть», хоккейного клуба «Авангард» и правительства Омской области. Спортивная площадка на территории 139-й гимназии построена в рамках программы развития массового хоккея. Мы сегодня сделали еще один шаг в сторону нашей программы развития детско-юношеского хоккея, которую мы заявили год назад. Пусть этот шаг небольшой, но из таких шагов состоит, в общем, наша стратегия развития программы. А цель ее состоит в том, чтобы каждый ребенок, независимо от своего социального статуса, мог заниматься хоккеем. On our side, like I can promise you, we have a great hockey club. В этом сезоне у нас вновь подобралась отличная команда, мы хорошо идем по турнирной дистанции, мы на пути к серии плей-офф. Сейчас нас разделяют расстояния, но для настоящей дружбы никакие расстояния не являются преградой. И я обещаю, что в один прекрасный день мы привезем Кубок Гагарина на эту площадку. Александр Бурков, Оксана Фадина и Александр Крылов вместе совершили символическое вбрасывание, после чего команды устремились к воротам противника. Новая ледовая коробка с символикой хоккейного клуба «Авангард» – большой подарок для юных фанатов любимой команды. За что вообще любишь хоккей? То, что там можно кататься, двигаться, играть, шайбу забивать. Как ты думаешь, почему здорово, что здесь открылась такая площадка? Ну, потому что каток хороший, ворота есть. Это очень большое достижение, очень большое продвижение в плане массового хоккея, так как каждый ребенок, мальчик, я думаю, считает, всегда любили смотреть хоккей, а тут еще просто они имеют возможность заниматься бесплатно. Все-таки это на большинство наших семей это отличная идея, хорошее решение. Помимо площадки со специальным покрытием и системой освещения, местные мальчишки получили теплую модульную раздевалку, хоккейную форму и экипировку. Летом коробка также не будет пустовать, уверен глава региона. Зимой это лед, да, это хоккей. Летом флорбол, пожалуйста, это баскетбол, это волейбол, это футбол. То есть это круглогодичное занятие спортом. В первую очередь сегодня шаг сделан компанией «Газпромнефть» в развитии массового дворового спорта. Вот это, я считаю, сегодня главное достижение в работе «Авангарда», наверное, на территории Омской области, что принципиально важно для региона. Что в этот процесс вовлечены, с одной стороны, образовательные учреждения, которые могут как доп. Образования сегодня иметь площадку у себя с оборудованием, с инвентарем спортивным, с формой, в котором могут одеть ребята любого там, достатка, да, семья его. Вот. Он может иметь хорошие коньки, хороший шлем, хорошую клюшку. И вот в этом все преимущество. Мы даем сегодня детям возможность быть равными. Стоит отметить, что по инициативе хоккейного клуба «Авангард» в Омской области уже открыто 40 подобных площадок, 8 из которых в районах. С мальчишками занимаются тренеры по методике подготовки юных хоккеистов. В ближайшие годы планируется построить еще 11 таких хоккейных коробок.